Ну что, приветствую, это такая, ну, инди, не инди, хоррор, не знаю, Мишка еще торчит, что, блядь. Это игра Грэнни, да, бабушка вот эта, блядь, я в нее играл, я ее проходил, это точно, я играл в нее очень много раз, проходил ее один раз вроде, или два, не знаю, но один раз точно проходил недавно, да, и один раз то ли проходил, то ли, ну, прошел, какую-то половину удалил, не помню. Но играл в нее точно, и я знаю суть, поэтому давайте, чтобы, ну, не медлить, быстренько сыграем, выиграем, да? И тут можно несколько раз, тут можно, конечно, несколько способом сбежать, как я знаю, поэтому попробуем все. Поэтому про этому просмотра. Поэтому, Саш, подумай, на взбразик, на предпочитает куш, прям чипчика пяти или пятьдесят воды про одного просмотра. Мы, собственно, продолжаем проходить. Мы, собственно, начинаем проходить Грэнни. Так, ну что, с плей тут, да? Плей, плей, плей. Давай, let's go. Окей, let's go. Так, Nightmare, что, блядь, Quality, Fight, графика, о, Volume, вот, Volume, ну, давай вот так сделаем, Normal, Easy, давай на Normal пройдем, почему нет, Extra Look, Nightmare, что вообще, давай Nightmare включим, что-то такое. Так, let's go. Это мы с тобой идем по лесу опять что? По лесу опять что? Что такое? Что он по лесу? О чем в лесу делает? Видел, стоял там. Сейчас скримак будет, да? 3, 2, 1, скример. Сейчас скример будет. Ожидаемо, блядь. Я проходил на изи ее недавно, то есть там медленно бабка была и что-то. Тут я не знаю, она будет такой, ну, типа, чуть-чуть быстрее, типа, как мы, или нет. Тут мне интересно. Вот. День первый. На сколько это? 4 дня, да, дают, или 5? Не помню. 4 или 5 дня дают, короче. Да, прошу. Ой, блядь, Nightmare. А, это с фонариком еще, ёпта. Nightmare. Вот что значит Nightmare. Ух ты, блядь. Что там написано? Live this hopes. Так, окей. Бля, вот это, кстати, такой все. Так, ну бабка там. Так, ладно. Бля, тут, конечно, такое все. Блять, пизда. Вон где-то идет, смотри, смотри, смотришь. Да, ну, кстати, она не прям, что быстро, конечно. Бля, с фонариком, конечно, это прикольно, но хуй его знает. Давай попробуем без фонарика. Сейчас, давай, быстренько перезайду и без фонарика попробую. Ну, фонарик, типа, прикольно, атмосферно, но хуй его знает, такое, знаешь. Такое, блядь, такое, как по мне, такое, хуй знает. Нормал, все. Такое, такое, как по мне, хер знает, короче. Такое, такое, потому что, блин, ну, на самом деле, ну... День первый, так, короче, смотри, причем без фонарика, в этот раз без фонарика попробуем пройти, да, как минимум. А, с фон... Не понял, блядь. Тут только с фонариком проходить? Подожди.
Только с фонариком проходить, ладно. Ну, хуй его знает, конечно, такое, блядь. Ну ладно, давай с фонариком проходим. Что такое Nightmare-то? Ладно, давай с фонариком пройдем, окей. Что с фонариком, конечно, хуй знает. Ну ладно. Так, день первый, хорошо, с фонариком, блять, я думал, без фонарика можно еще, ну, типа, играть. Ну ладно, 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 окей, с фонариком, как с фонариком, окей. Ноль проблем, знаешь ли, блять. А, тут еще скрипят же эти, блять, точно, нахуй. Точно, точно, точно. Бля, крыса ж. Ты че, тварь? Прикинь. Надо сюда бабку смотреть, сюда, сейчас, сюда, сюда. Угу. А он идет, блядь. Но, кстати, но она не такая, что прям быстрая. Хочу сказать, но не прям, что быстрая, конечно. Вообще прям не быстро, самое интересное. Отсосала, дура. Что такое, блять? Непонятно, ну ладно. Бля, знаешь, что давай сделаем? Давай на изи пройдем. Не... Хуй, на так, мне комфортнее, как будто так. Давай с тобой на изи пройдем, блин. Эти вот скрипы, не скрипы. Хер его знает, короче, хер. Хотя, по-хорошему, лучше скрипами, да, лучше скрипами. Но я хочу на изи пройти. Посмотрим для начала, давай. Я просто недавно когда проходил, я сбегал через главный вход. Вот. И сейчас мы прям с тобой либо на тачку ехать, либо на лодке, да, можно, или что-то типа того, как я помню. Ну, как я знаю, по крайней мере. День первый, да, уже. Какой, блядь, раз день первый это, блядь? Тут без скрипов весело будет очень медленно, поэтому нам это как раз нужно. Но, в принципе, нормально не такая уж быстро, знаешь ли, блядь. Просто эти скрипы, не скрипы, нахуй она нужна, правильно? Правильно, блядь. Здесь ничего, все, погнали, сразу же. Моментально, погнали. Сразу же, моментом. Опа. Все, здесь без скрипов. Опа. Шит. Не понял. Ну, звук, конечно, да. Но она очень медленно, да? Да, она медленно. Фотка, тут фотку, что ли, можно собрать. А, да, в подвале вроде фотку можно собрать. С крыс какой-то бегает. Ну, все хорошо у тебя. Так, здесь у нас ничего. Книга. А зачем тут книга, самое интересное? Я просто не пойму. Spider K. Окей. Фотка еще одна нашел. Ой, иди в пизду, бабка, блядь. Честно, блядь. Я твой ротаб того самого, блядь. Ну что ты, где ты, блядь? Ну что ты? Ну что ты, залезешь сюда? Сосешь ты, блядь. А вот это что такое? Зачем вот это, блядь? Фонарь, конечно, на улице на нем, кажется. Посмотрим, может там что-то есть. Она меня просто увидела, правильно понимаю, да? Так, ну здесь это... Так, здесь эта хуйня. Бля, музыка это вообще жесть. Напряженно делает все. Она ушла же, да?
Смотри, смотришь? Она наверх ушла, смотри. Смотришь? Бля, бабка, серьезно, что ли? Ну давай, давай, давай. Она стоит, смотрит, серьезно. Она меня не видит. Она такая, бля, ну где ты нахуй, ёбаный. Она меня видит, блядь. Расскажешь нахуй. Бля, крысы ебаные, я ее слышу. На, блядь. Пошли на улицу, короче, сейчас в этого. На улицу сейчас вы, ну, короче, на трамве на улицу. Колокольчик этот используем. Бля, вот крыса ебаная, смотри. Сейчас на улицу идет она. Мы с тобой берем эту ручечку, несем сюда, по-хорошему. Либо, ну да, давай, давай сюда отнесем ее. Весь первый этот. Мы с тобой залутаем. Блять. Весь первый этот мы с тобой залутаем. Блять, иди в пизду, ебаная крыса, блять. Поэтому ты и крыса, понимаешь? Бабка, иди в пизду тоже, блять. Нихуя не может, блять, сделать. Че, она сюда пойдет? Эй, наебу, блять, смотри. Капкан, блядь, нихуя себе. Нихуя себе, видал? Капкан там был. Так, здесь у нас ничего с тобой нету. Блядь, дай пройти-то, пройти. Блядь, ну это пизда. Забей вообще. Так, здесь у нас с тобой ничего нету. Идет. Ну, бля, честно, хер его знает. Ну, ты где? Вон, смотри, оружейник, да, так понимаю? Так, нам нужен спайдер-кей. Нужен, короче, нам сколько ключей нужно от сейфа? По-хорошему. Бля, у крыс, смотри, ебать, этот крыс вообще меня бесит. Спайдер-кей. От оружейки, от главного входа и от тачки. Четыре ключа. Где она, блядь? Крыса-то ебаная. Так, у нас здесь нихуя нету. Идем ниже. Что это, блядь? Шить за хуйня. Боуф. Что? Empty bowl. Бля, ворона. Давай, сейчас с ним придется размениваться еще. О, бензин. Кстати говоря. Тут ниже можно спуститься, прикинь. Это что вообще, блядь? Ты где-то на улице, это правильно понимаю? О, да, кстати. Не, ладно, лучше сопа не сюда. Удивительно. Ну все, в принципе, окей. А что, какой там ключ нужен? А здесь ничего не нужно. Здесь нужна лестница или типа того, что да? Какое-то окно, смотрим. Домик и окно, смотри, тот самый домик маленький, вот окно.
Так, ключик у вороны. Здесь что-то. Здесь что? Здесь нужен молоток. Здесь отвертка нужна. Да, крыс, иди в пизду. Погнали на улицу сразу. Отнесем. Потому что на улице у нас там, скорее всего, да, есть что-то типа того. Бля, крыс, иди нахуй. Вот окошко, смотри, какое-то есть. Ай, ебать, смотри, что могу сделать. Я могу через окно съебаться, слышь? Нихуя. Так. Где у нас... Бля, вот тварь нахуй. Где у нас с тобой, короче... Давай сюда ее забагрим. Пусть здесь потусуется. Где-то у нас... Где у нас с тобой... На кухне, да, была ручка? Так, нам нужна ручка 100%, потому что другого пока что я ничего еще не нашел. Я так сильно первый этаж и не облутал. Особо. Что это, блядь? Ебать, это что? Это гараж, слышь, вот сюда нужно нам. Вот сюда нам нужно с тобой этот, блядь. Короче, вот сюда нам нужно с тобой этот самый... Бензин-то принести. Гараж, вот он где. Интересно. Ты че пугаешь? Вокруг машины я просто обведу все. Это что, блядь? Смотри, стоит. Нихуя не шарит, блядь. Блядь. Так, а здесь ничего нету вроде, да? Ну давай, уходи уже, ёпта. Иди по своим делам, ёбаный рот, блядь. Иди. Тут нихуя нету, да? Да, здесь ничего нету особого. О, вот здесь оружие можно собрать. Вот это так. Здесь нам что нужно? Подлог, кей. Ну давай. Ты хочешь, что она сейчас отсосет моментально просто? Бля, тварь. Магун, ты где? Магун. Какого хуя меня увидел, кстати? Что-то я не понял, бля, прикол. Так, погнали сейчас через улицу, спустимся вон туда. Бля, крыс, иди нахуй сюда, ебаный в рот, блядь. Смотри, сюда я агрим. Сюда вот так спускаюсь. Здесь у нас было что-то от оружия. Это я прям помню, что здесь что-то от оружия было. На улице, блядь. Во. А здесь столько входов, выходов, блядь, это пиздец просто. Здесь картину можно собрать. Она здесь камканчик мне случайно не расставила, блядь. То может же. Так, окей, это мы нашли. Так, здесь у нас ничего нету, да, тоже? Да, здесь у нас ничего нету. Так, хорошо, мне нужно рукояточку взять сейчас. Бля, он там стоит, этот ее. Капкан, блядь, ебаный. Кажет, смотри, что. Давай сюда его, сюда приведем ее. Иди, блядь.
Куда это зачем, я так и не понял, блядь, ну ладно. И надо будет Бенсу туда в гараж отнести тоже, вот это было бы неплохо, да. Я увижу, если что, она через дверь главную ходит. Так, давай. Молоток. А где нам нужен молоток? Молоточек нам нужен. Иди сюда. Спускаемся с тобой вот сюда. Бля, крыса это ебаная, это вообще пиздец, забей, блядь. Здесь же ее нету, блядь, нигде. Правильно понимаю? Зачем нам нужна? Специальный кей. Это какой-то мой наверх, да? Для чего нам доска нужна? Туда, что ли? Давай я вот сюда кину молоток. Пусть он здесь лежит. Где он, блядь? Я вот так проебу, если честно, блядь. Я вот так проебу. Ну давай вот сюда положим. Вот, вот этот угол. Вот он. Во, вот. Ну вот его видно чуть-чуть, да, он сверкает. Все, можно здесь вот так оставить. Че, бабка там уже? Наверху. Не, она вообще, она даже не тут. Не рядом, если что. Даже не рядом, ладно. Хуй с ним. Тоже нужно было ли что снять? Для чего нам доска-то, блядь? Ладно, хуй с ним. Сука, смотри. Старая поставила здесь. Капкан нам. Так, специальный ключ это вообще на третий этаж, я правильно понимаю эти? Погнали с тобой на третий этаж. Потом тут облутаем все. Посмотрим, что, как, где. Так, бензин надо было бы отнести по-хорошему. Блять, тварь такая. Бучая тварь, блять. Так, здесь доски. Я могу сюда встать. Бля, такая тварь, эта крыса просто меня бесит, она, блять. Что там, блять? Что, он сюда пройдет или нет? А он идет, идет, идет. Да, он идет, 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 видел. Но он тут меня не тронет, что, блядь, на нас он не залезет. Ну что ты здесь встал, ты сюда хуй залезешь, понимаешь? Но пока повездохло вниз. Нам нужен, кстати, с тобой молоток. Так, а здесь что? А, здесь. Понял. Че, давай сюда тогда. Все, вижу здесь все. Пойдем сейчас за молотком тогда с тобой. Нам нужен молоточек. 100%, то что вот это надо разблокировать, я думаю. И как раз еще разблокируем там этот. Блять. Аккуратно. Блять, такое на самом деле. Опа. А у нее здесь что-нибудь есть, кстати? Это очень хорошо.
Да ты сёшь-то бабку, блядь, ты сёшь. Сосёшь, бибу пососёшь, курица. Типа, это звук, я так понимаю, когда она меня видит, что ли? Типа того, блядь. Там наверху вообще, блядь, ну идёт она в пезду, блядь. Так, вот здесь аккуратненько. А, вот здесь капкан. А, нет, всё нет. Так, поехали нам сюда с тобой сейчас. Там от чего-то ключ был. Погнали, давай сначала одно сделаем. Молоток везде используем, да? Чего нам вообще не понадобился больше. А, дальше. Бабка, иди сюда, блядь. Так, молоток. Молоток бери. Погнали. Нам нужен наверху сейчас молоток. 100%. Здесь нам больше не понадобится молоток, по факту. Блять, ну серьезно, нахуй. Ну похуй, пусть идет туда, блять. Здесь нихуя, здесь нихуя, здесь нихуя. Чё на картина? Что здесь? О, а вот это уже интересно. Да бабка, ну отсоси ты хуй, блядь, все говорю. Бля, крыса ебаная, тварь, такая тварь просто, смотри. Ты видел, что делает? Ты видел, что сделала? Просто я шел задом, она меня укусила. Тварь такая, просто тварюга, блядь. А, там что ли осталось? Ну похуй тогда что. Что у нас туда пойдет? Они не упали? Так, молоток нам больше, может, нигде не нужен. Ну давай, иди сюда, ёпт. Она пойдет сюда или нет? Да, идет все. Пусть идет. Блять, опять нахуй. Одно и то же, блять. Тварь. Такая... Бля, крыс, иди ты в пизду на. И чего, блять? Кого нахуй? Так, weapon. Так, это снимает двери, правильно, да? Ключик-то. Это хорошо, это хорошо. Давай вот сюда его. Бля, нет, погнали внизу лучше положим. Так, здесь он. Так, здесь нам что? Здесь у нас ничего больше нет. Там внизу у нас вроде больше. А, может, это тот дверик? Да, пошли посмотрим, да, попробуем. Может, от этой двери? Нет, нет, это. Ой, блядь. Бля. Столько здесь всего. Это, понимаю, тот нижний, это как раз подлодки, да? Ну давай мы сегодня с тобой на машине уедем, да? Поэтому это от той самой двери. Отвертку бы еще найти было бы заебись. Так, где я еще картину видел? Еще одну фотку где-то видел. Бля, иди нахуй, крыса. Крыса, иди в пизду, блядь. Погнали. Ой, блядь. Серьезно, нахуй. А что за хуйня? Типа, крыса когда видно и пищит, что ли? Где я видел еще одну кусочек картины? Иди в пизду, блядь.
На, ёпта. Так, здесь у нас больше ничего нету. Там тоже. На, ёпта. Так, ладно, давай тогда с тобой идем наверх сейчас, да, 100%. Давай облутаем один этаж, 100% нужно облутать. Так, здесь мы с тобой вроде все облутали. Блять, уронил зачем, ёбаный вроде. Ну, честно, пройдет туда, если. Посмотрим, она то пройдет, не пройдет. Здесь у нас ничего с тобой нет, да, посмотрим. Она если туда пройдет, я пойду дальше, просто все. То ли у нее, а, там у нее в том этаже кусачки были, да, в комнате вроде как. Вроде да. А чё ты? А, ты меня видишь? Ну уходи давай, давай уходи, блядь. Ну так неинтересно, ну уйди ты, блядь. Уйди, говорю тебе, уйди. Так, хорошо, что нам нужно для тогда для этого? Для тачки. Хотя, может, мы сегодня через главный вход выйдем, кто знает. Так, нам нужны кусачки с тобой, 100%. Бля, вон она стоит. Давай, давай, съебывай туда. Бля, ну ты серьезно, нахуй? Ты просто прикинь. Боже, блять. Блять, тварь сейчас будет такая, если она здесь сейчас. Не, вон, съебалась все. Такая ты тварь, блять, честное слово, блять. Блять, такая просто, блять. Аху с нее. На, ёпта. Погнали-то, а вот тут сейчас сгоняем. А, ну да, да, тут сгоняем. Такая тварь ты, блять. Блять, нет, это, кстати, ключ. От чего? С него понять. Где она, блядь? Вот здесь, да, где-то я видел картинку? Да, вот. Алло, здорово. Так, идем с ней вместе сейчас. Она сзади меня идет? Да, он идет. Крыс ебаная вон стоит, бля, отсосала нахуй. Так, дополнительный день нам надо. Хорошо. Так, а может это от той, кстати? Может это от той самой, блядь? Слышишь? Может это... Может это от той? Типа вот этой... Блядь, ну ты тварь ебаная. Может ты уйдешь отсюда нахуй? Сюда вас ебешим. Типа молоток нашли. Я раскидала здесь все, конечно. Молодец. Пошли попробуем. А чего это нахуй? Подожди, ключ. Желтый ключ. А чего это тогда дверь? Какой двери-то это? Хуй его знает. Даже здесь у нас больше ничего нет с тобой. Нет. Weapon.
Бля, ну бабка, ну ты серьезно, нахуй. Где она, блядь? Она ебанушка, типа, да? Блядь, ты дура ебаная, ты что так делаешь, нахуй? Значит, нечестно, ты в курсе? Просто навстречу идет нормально все. А, блядь, да, нахуй. Давай, 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 ебанушка, блядь. Подожди, от какой двери это вообще? Подожди, от какой это вообще двери, блядь? Это не от той. А от какой двери это вообще? Может, вот здесь что-то? Блядь, ебаная крыса, эту писю, блядь, ебал, нахуй. Хотя в рот ебал, понимаешь? Тварь ты такая. Нет, не оно. Где ключ? Ключ, 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 ключ. Вон. Подожди, ключ. Давай тогда, ладно, положим вот здесь вот. Пусть он здесь и лежит, этот ключ. Пока что, да? Типа, если понравится, отсюда можно его забрать, пойти просто. Я просто не понимаю, от чего он тогда? Он не от центральной двери, он не от маленького домика. Либо что-то наверху, какая-то дверь должна быть. Либо хуй его знает, честно. Так, у нее наверху где-то, короче, у нее наверху должны быть эти самые, ну ты понял. А, там кнопка, смотри, реально. Там бампер лежит. Она здесь что-то ходит. Тварь ебаная, так и знал, нахуй, так и знал, блядь. Шит. Такая ты тварь, реально, блядь. В натуре такая тварь, смотри, что делает. Блядь. Ой, блядь, такая ты, конечно, да. Молодец. И вот прикол, она вниз спустилась, да? Не, она саур не спускается, заебись. А здесь у нас больше ничего такого и нет, кстати. Кусачки, кто-то нам нужно от самой сейчас. Надо спрятаться здесь. Блять, для чего нам нужны кусачки? Подожди, для чего? А, наверх и внизу в подвале нужно кое-что, да? Угу. А, она внизу, что ли, бля, ебанушка, что ли, блять? А, ну это сейчас сделаю так просто, и все, мне похуй. Бля, бинс надо отнести будет. На, ёпта. Так, раз. Пока она там внизу будет возиться, я пойду наверх сгоняю. Бля, смотри, такая тварь. А, вот все, она убрала. Блядь, ну серьезно, блядь. Ну ты серьезно, нахуй. Найдет сюда? Бля, ну ты пиздец, смотри, просто положил как. Охуею, конечно, да уж. Давай, 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 иди сюда. Пошли, 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 пошли. Марис, смотри, сейчас наебу ее. Поехали. Блять, тварь ебаная. Да иди в пизду, еще раз укусишь, я тебя, блядь, серьезно, я возьму оружие, тебя, ну, ты первым будешь. Я тебе серьезно говорю. Ты первая будешь. Бля, испугался манекена, ебаный в рот. Так, а здесь что у нас? О, еще. А это, подожди. Чуть.
Двое щипцов. Нахуй нам двое щипцов? А, это, наверное, для этого. Ой, идет нахуй бабка, реально. На, ебать. Тварь ебаная. Сейчас тут ее ждем. А для чего те щипцы, я просто не понимаю. Для, а, наверное, веревочки, чтобы обвязать, да? Смотри, сейчас идет сюда. И он стоит. Давай, уходи уже, ёпты. Давай, то есть, блин, я думаю, давай лучше сегодня через главу. Я просто не понимаю, для чего этот ключ. Попробуем сегодня через главу хотя бы ход. А, смотри, опять. Что за хуйня? Я увижу, там я в проеме есть что. Я просто не понимаю, для чего этот ключ, который мы нашли с тобой сейчас, да, вот этот желтенький, чей не желтый, для чего он вообще? Так, а здесь что? Это колесо, ебать. Ну где-то мясо твое нужно найти. А, я не забрал ту штуку, ладно. Сейчас он сюда пройдет. Не, нам внизу будет, реально. Ну, ладно. Бля, крыса ебаная, иди ты в пизду, реально. Иди нахуй, блядь. Тварь ебучая, блядь. Вот эти крысы меня заебали, честно, нахуй. Так, а для чего нам тут ключ нужен-то вообще? Он там weapon, то есть дверной ключ. Ключ от двери, грубо говоря. Weapon. От какой двери он вообще? Просто не пойму, блядь. От сейфа нет, от люка нет. Может, от входной двери? Хуй его знает. Даже хуй узнать реально, для чего это. Так, молоток нам больше не понадобится с тобой. Давай сюда ее позовем. Бабка, иди сюда, блядь. Тихо. Это что, перед колокольчик, да? Правильно понимаю? Может, теме? Как его перерезать, подожди. О боже. А как колокольчик перерезать? Или их нельзя перерезать? Сосёшь ты, блядь. Какие-нибудь ставят там ловушки все. Ну давай, давай, блядь.
Я вот все перерезал, да? Блять, вот эта тварь, смотри, было бы вообще такой, если я сам по себе не поставил. Ты меня видишь, да? Правда? Я не верил, прикинь. Для чего этот кружочек вообще нужен? Сейф. Так, ну пошли, ладно-то. В этот самый. Здесь он не поставил нихуя, надеюсь. А вот, смотри, one off. Что это вообще? Что это, блядь, one off? Здесь подлог нужен. От машины у меня есть, да, вроде ключ. Так, подожди, что я не облутал? Я вроде все облутал. Блин, точно странный механик, хуй знает. Мясо где-то нужно найти, представляешь, еще нужно где-то мясо найти. Джайн. Нахуй мне бензин, подожди. Пусть пока здесь ладно лежит. Даже что такое one off? Что? А. Но она такая старая, понимаешь, уже не шарит ни за что. Подожди, а что я мог упустить здесь? Книга зачем нам? Я вроде все облутал, все, что здесь можно только. Погнали, погнали. Ой, старая, старая. Такую хуйню занимаешь, честное слово. Не помню, что я мог упустить. Ууу, ебать, что? Сюда книгу надо принести? Опа-на. Вот это нам надо уже. Эй, ебанушка. А нахуй с ним. Где она, блядь, ходит? Бля, крыса ебаная. Блядь, твари ебаные. Смотри, опа, нахуй, отсосёшь. Она здесь? Не, она где-то вот здесь внизу. Я могу здесь же её наблюдать. Молоток валяется там. Все, бля, сейчас больно будет очень. Вставай, мужик. Погнали вниз.
Здесь ловушка ебаных нету. Так, здесь что? Ебать, что это? Спрей. Бабуля идет. Акул. Ну, пока она дойдет, блядь, доковыляет нахуй. Очень много времени пройдет. Ну давай, 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 давай. Ну что это делает? А, это она не видит нихуя. Прикинь, она нихуя не видит. О, это охуенно, кстати. Да, хорошо, там мы с тобой все облутали. А что, найдет сюда? Ну, это типа пиздатая тема. Пусть пиздует, короче. Подумал. А, ну давай, 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 еще раз хочешь? Так, здесь это было, так, здесь... Подожди, что мы с тобой упустили? Вон там смотри, какая-то хуйня, видишь, он стоит. Погнали, еще отнесем, может, такую. Но я еще сейчас это, еще раз нахуй. Пиздой. Вот это хорошая тема. Спрей это очень хорошо. Бля, крыс, идите нахуй, честно, блядь. Ваш рот ебал. Идешь, да, блядь? Ну давай нахуй. Шо с ебалом? Ну все, блять, успокоилась нах. Сразу же автоматически, понимаешь? Успокоилась. Куда бензин-то ей заливать-то, блять? Ах, хуй с ним. Так, ну здесь. Книгу, точно, я хотел книгу взять. О, что? It's empty. Ладно. Закончился, прикинь. Закончился, на самом деле. Так, погнали книгу возьмем с тобой, 100%. Книга где-то у нас здесь, да, была вроде? Нет? А где она, блядь? Наверху, наверное, да? Да. Наверху. Иди сюда, ёпта, бабка, пошли. Идешь? Так, блин, кстати, вот этот эффект, то есть, блядь, звуки ебаные, это прям, конечно, прям, ну, хорошо реализовано. Так, где книга у нас была, подожди. Где у нас книга была? То ли она внизу была, то ли наверху, я точно, блядь, ну, реально не помню. Здесь вроде ее нигде нету. Здесь нигде книги нету. А, она ебанутая. Ладно. Подожди, а где книга-то была, блядь? Я не помню, где книга, кстати, была, реально. Значит, внизу где-то она была. Значит, внизу где-то была, да. Книга, значит, где-то внизу была. Явно где-то внизу она была. Где-то вот здесь, причем она была, эта книга. Ей нужно наверх отнести. Бля, как жалко, что он закончился, да, вот этот, блядь, спрей. Было бы заебись, если он, блядь, остался бы, знаешь. Так, здесь нету. Эмпли Баул. Что, блядь? Спрей сюда принести или что, блядь? Так, здесь ключик у нас лежит. Давай, что так долго за ним не идти. Явно. Ну, блять, а чего он нахуй? Weapon key, блять. Weapon. Бля, может, оружейный, типа. Может, он оружейный все-таки.
Где еще зачем-то видишь, доска лежит, зачем? Сюда что-то NM Plebowl. Дай приведу сейчас. Вместительная миска. Вот это что-то нужно перенести, типа, да? И что надо что-то положить, да? Сука. Ладно. Вепон, это может реально от ружейки? От ружейки может быть это ключ. Что? Ладно, ждем, пока она уйдет. Блядь, все очень, очень длинная серия. Наверное, будет, ребята, она разделена. Поставила, блядь, сама в... Прикинь, поставила, сама в него в это вошла, блядь. Бля, крыс, иди нахуй. На по съебам дала. Бля, прикинь, сама встал уже свой этот капкан. Боже. Бля, он нам поставил, прикинь. А сейчас сделаем по-хорошему. Смотри, как сделаем сейчас с тобой. Вот так вот. Дальше делаем вот так вот. Больше ничего, здесь больше ничего, кстати. Spider K. А вот книга, кстати, лежит. Да, крыса, иди, иди нахуй, крыса, блядь. Найдет? Ладно, идем с тобой наверх сейчас. Да отсосет бабка, блядь, что она, блядь, сделает? Главное, чтобы не наступить в капкан, блядь. Что, блядь? А. Него? Да, блядь. Ну шо, бабка, иди сюда, на!